Сейчас будет проводиться следственное действие, проверка показаний на месте. Зачитываю вам ваши права. Значит, на основании статьи 46 УПК РФ вы имеете право отказаться от дачи показаний. Прокомментируйте, пожалуйста, что вот это такое мы обнаружили. Значит, на месте. Вот здесь визуально видно, что это кости, запястья, вот сама фаланга и кокоть. То есть здесь предположительно находилась лапа.